В преддверии Дня энергетика в Серпуховском отделении Мособлэнерго отметили лучших работников. Они получили грамоты и благодарственные письма. От имени главы городского округа с праздником сотрудников поздравил ее заместитель Олег Сотник. Работая в этой сфере, понимаешь, насколько зависит качество жизни наших горожан от того, как вы работаете, как вы исполняете свои обязанности, потому что все уже привыкли, чтобы всегда в квартирах было светло, тепло. Своих сотрудников поздравил начальник Серпуховского производственного отделения Коломенского филиала Мособлэнерго Михаил Шнырев. Он отметил, что хотя профессиональный праздник и приходится на самый короткий день в году, все же является самым светлым. Так как именно от исправности электрических сетей зависит работа всех, кто обеспечивает жизнедеятельность Серпухова и соседних городских округов.